Ежегодно жители Украины съедают ее 200 тысяч тонн. Когда ее нет в магазинах, в стране начинается паника. Конечно, речь идет о гречке. Насколько она полезна и вкусна, знает практически каждый. А какие опасности таит себе гречка, расскажет Андрей Бабаев. Встречайте. Андрей, здравствуй. Привет, Надя. Я люблю гречневую кашу, а ты? И я люблю гречневую кашу. 200 тысяч тонн я еще гречки не съел. Все но, впереди. Тем не менее, толк в выборе гречки, в ее качестве, в ее пользе, конечно же, я знаю на 100%. И сегодня мы с тобой об этом и поговорим. Батьківщина гречки – північна Індія. Там її вже споживають понад 5 тисяч років та називають чорним рисом. В Азії та Європі ця крупа прижилася пізніше. А називати гречаною її почали слов'яни, оскільки спочатку гречку обробляли грецькі ченці в монастирях. Містить вітаміни В1, В2, В6, П, кальцій, залізо і рутин, фолієву кислоту, завдяки чому гречка стимулює кровотворення, зміцнює судини і серце. Про корисні властивості цієї крупи дізналися здавна, і у старовинних інструкціях гречану кашу рекомендували при великій втраті крові та важких формах застуди. Смотри, у нас есть два вида гречки. Угу. На первый взгляд, они похожи. Видишь ли ты в них отличия или нет? Кажется, не вижу отличия. Ну вот и люди, которые покупают гречку, так же, как и ты, не видят отличия. Но, тем не менее, три опасности, которые может таить в себе некачественная гречка. Это наши три черных ящика, и о каждой из этих опасностей мы поговорим поподробней. Вот наша первая опасность. Внимание! Повелика хмелевидная. На вид как гречка, только темно-коричневая. Похоже, но черные зерна – это не раскрывшиеся семена гречка, это совсем другое по структуре зерно вредного сорняка. В России в прошлом году двухлетняя девочка отравилась гречневой кашей, которой ее на завтрак хотели накормить родители. Ты говоришь, что вот этот несчастный случай с ребенком, который съел гречневую кашу с повеликой, произошел в России? Именно в России, потому что повелика произрастает только на территории России. В Украине мы повелики не найдем, к счастью, и поэтому, если гречка российского производства, будьте внимательны, в ней могут содержаться вот такие вредные для нашего здоровья сорняки. Определить это можно только на глаз, если вот в такой светлой гречке есть вот эти темные зернышки. И если положить рядышком зерна повелики и семена гречки, то можно увидеть, что они отличаются. Да. Она не такой правильной геометрической формы, как гречка. И действительно совсем темная. Я, кстати, впервые услышала о повелике, поэтому буду теперь очень внимательна. Но это только первая опасность, связанная с гречкой. Какая же вторая? Нам понадобятся добровольцы, которые помогут варианты гречи, которые у нас представлены, перебрать. Тем самым мы поймем с тобой, какие еще опасности могут содержаться в гречке. То есть что, кроме гречки, мы можем купить вот в такой упаковке? Да. Кто хочет нам помочь, все хотят помочь. Это те люди, которые наверняка любят гречку. Просим вас, выходите к нам, будете нам помогать. Нам нужно добровольцев? 4 человека. 4 добровольца. Это будет ваше рабочее место. Присоединяйтесь к нам. Гречку все любите? Конечно. Да? Для чистоты эксперимента предлагаем вам одеть резиновые перчатки. Это потому, что гречка может быть опасной? Ну. Что ты делаешь, Андрей? Я сейчас взвешиваю миску. Это будет контрольный экземпляр, в который будет собираться мусор. И для того, чтобы нам было проще определить, какое количество мусора содержится в каждом пакете, мы потом это все взвесим и посчитаем. Вот только что мы говорили о гречке, теперь ты уже говоришь о каком-то мусоре, ничего не понимаю. Следует подождать некоторое время, и все вы прекрасно увидите, что из этого эксперимента у нас получится. Угу. Миска весит 445 граммов. Зафиксировали. Каждый себе выбирает понравившийся ему пакет. Вам надо перебрать гречку и отобрать весь мусор, который присутствует в ваших пакетах. Гречка остается в блюде, а какие-то примеси, то, что гречкой не является, нужно сложить в миску. Пока занимаются наши добровольцы веселым интересным делом, мы дальше поговорим с тобой о гречке и о тех опасностях, которые она может в себе таить. Ну, обычно, когда мы говорим о зерновых, об овощах, о фруктах, о чем угодно, что произрастает на земле, ты всегда пугаешь нас нитратами, пестицидами, ГМО. И с гречкой то же самое? С гречкой все обстоит немного наоборот. Это, в принципе, самый безопасный продукт. Ты хочешь сказать, что для того, чтобы хорошая гречка выросла, не нужно удобрять ее нитратами или добавлять пестициды, да? Гречка обладает своеобразным природным иммунитетом, и ей различные вредители не страшны. И дополнительная обработка химикатами ей, в принципе, не нужна. В то же время периодически она куда-то пропадает. Недавно соседки на лавочке около подъезда шептались, что, мол, грозит снова кризис, не будет гречки и будут везти ее из Китая. Ну, действительно, соседки были правы.
Я также обращался к эксперту аграрного рынка, и действительно прогноз неутешительный в этом году. Якобы связано это с природными условиями. В одной части Украины заливают дожди, в другой сильная засуха. Соответственно, общее количество гречки в нашей стране будет намного меньше, чем ожидали. И что же делать? Пока что есть запасы, можно спать спокойно. Когда запасы закончатся, эту гречку будут завозить к нам из азиатских стран. Так вот и поговаривают, что вот эта вот азиатская или, как говорят, китайская гречка вовсе даже и не гречка, или уж совсем уступает по вкусовым и полезным качествам нашей родной украинской гречки. С чем у вас ассоциируется название гречка сорта «Экстра»? Я думаю, это лучший сорт гречки. У кого еще какие предположения? Я думаю, это более очищенный сорт от всего лишнего. У кого еще какие предположения? Я думаю, это импортная гречка. А вот в этом есть доля правды. Действительно, гречка под сортом «Экстра» – это тот продукт, который завозится к нам из азиатских стран. Но ничего хорошего в этой гречке нет. Почему? Как ты думаешь, в каком магазине в азиатских странах может продаваться данный сорт гречки? В продуктовом, естественно. Вот у нас эта гречка и продается как раз в продуктовом магазине. Так. А у них эта гречка продается в зоомагазинах. То есть данный вид гречки используются для кормления попугаев, хомячков и различной мелкой живности. Ай-яй-яй. Берем два сорта гречки. Это первый сорт, это сорт «Экстра». Стоимость этой гречки одинаковая, но гречка сорта «Экстра» по своей структуре будет мельче, нежели гречка первого сорта. По пищевой и энергетической ценности она будет более бедная, нежели гречка первого сорта. В ней будет содержаться меньше полезных веществ, белков, макро- и микроэлементов. То есть вот эти не очень хорошие слухи об азиатской гречке, в принципе, справедливы. Ничего полезного мы из нее не получим. По вкусу она будет с неприятным привкусом, не свойственным для нашей нормальной гречки. А как же ее отличить вот так вот по цвету и по размеру? Название сорт «Экстра». Иногда гречку в супермаркетах, как и другие крупы, продают в таких больших ящиках, контейнерах. Ну и там не написано, что это гречка первого сорта или гречка «Экстра». Просто недорогая гречка. Я, кстати, купил такую гречку и был очень удивлен. Я не смог сразу же идентифицировать сорт этой гречки. И чуть-чуть попозже мы узнаем, что это за сорт. А в этом нам на данный момент помогают наши добровольцы. Ну, кстати, обрати внимание, у Марины, Светы, Владимира и Татьяны совершенно разные технологии перебирания гречки. Кто-то вот так вот просевает ее через пальцы, как Марина. Света вот так делит ее на две кучки. Таня добавляет потихоньку из пакета, ну а Владимир просто, по-моему, играет в какую-то увлекательную игру. Хотя, возможно, у Владимира самый эффективный мужской метод. Нам важно, насколько я понимаю, количество примесей. Действительно, да. Поэтому, пожалуйста, наши дорогие добровольцы, старайтесь найти как можно больше лишнего, для того, чтобы мы смогли правильно определить качество гречки. У нас остались такие варианты, как гречаный продел. Или сечка. И остались у нас гречневые хлопья. Быстрого приготовления, Быстрого приготовления. Гречневая сечка – это тот продукт, который готовится очень быстро. Получается каша-размазня некоторым для маленьких деток. Да, или она для нравится. Но в сечке, в отличие от обычной гречки, конечно, полезных микро-макроэлементов будет немного меньше. А из-за чего? Из-за того, что сюда идет больше отходов, она дробится и теряет вот этот поверхностный слой, в котором содержится клетчатка и полезные макроэлементы. Мне кажется, еще минус в том, что вот эти примеси, которые сейчас наши участники находят в целой гречке, здесь тоже перемолоты, и придется их есть по-любому. Есть гречневые хлопья, гречневое зерно расплющивается, соответственно, гречка готовится очень быстро, достаточно ее запарить, получим кашу вязкой консистенции. Полезные свойства в таких хлопьях сохраняется или из-за технологии переработки она менее питательна, чем цельнозерновая? Цельнозерновая гречка у нас стоит на первом месте. Конечно. А эти варианты уже будут уступать по пищевой ценности первому сорту. Владимир закончил первым гречку перебирать. Мы ищем примеси в гречке. Ну что, устали, Владимир? Немножко есть. Немножко есть. А что там в гречке? Вы понаходили что-то? Достаточно много мусора. Какие-то непонятные семена. Ну хотя бы камней там у вас нет? Ну нет, камней не нашел. Не нашел. Ну, есть еще время, у нас же не все добровольцы закончили гречку перебирать. На прилавках магазинов еще можно встретить зеленую гречку. Эта гречка не обжаренная, то есть эта гречка в ее практически первозданном виде, она немного просто подсушенная. Данный вид гречки в Европе продается как лекарство в аптеках. Да ты что? Она очень богата аминокислотами, микро-макроэлементами и витаминами группы В. В Советском Союзе данный вид гречки продавался повсеместно и всегда, до того, как Никита Хрущев не подсмотрел в США, что эту гречку поджаривают и тем самым продлевают ей срок годности. Соответственно, украли технологии, и после этого уже у нас стала продаваться прожаренная всем привычная гречка. Ну ты знаешь, вот
на мой вкус такая обжаренная, ну не слишком обжаренная, светлая, привычная нам гречка вкуснее гораздо, чем вот эта зеленая. Хотя я знаю, что такая необжаренная гречка полезнее. Действительно, она полезнее. И такую гречку лучше употреблять таким методом. Заливать ее водой, она начинает давать небольшие ростки, в которых содержится очень много ферментов. И эти ферменты защищают наш организм, наши клетки, наши сосуды от старения. Теперь понятно, почему ее считают лекарством. Давай вот найдем эти ростки здесь. Наверное, из-за этих удивительных свойств зеленая гречка и дороже, чем обжаренная. Хотя, казалось бы, наоборот, да? Ее нужно не только собрать, но еще и обжарить. Да. Будто бы маленькие зубочки чеснока. Пророщенная гречка еще полезнее, чем обычная нежаренная гречка, да? Да, вкус ее, конечно, может нравиться не всем, то есть надо быть определенным гурманом, чтобы ее есть. Ну, я попробую. Но тем не менее. Пророщенную гречку я еще не ела. Удивительно. Она мягкая, то есть ее разжевать совершенно несложно, как будто бы она готова. Чем-то похоже на зеленый орех. Да. Нормальная зеленая гречка будет храниться не более 4 месяцев. Соответственно, этим и определяется ее себестоимость, ее цена на прилавках магазинов. Прожаренная гречка, она хранится более долгое время. И, соответственно, это продукт более массового потребления. Ну, продукт более массового потребления должен иметь более доступную социальную цену. Ну, это как с рисом. Шлифованным и не шлифованным. И не шлифованным, да. Есть свои любители. Так как же выбрать хорошую гречку в магазине? Выбрать качественную гречку нам помогут 4 волшебные буквы. Это ДСТУ. Основываясь на ДСТУ, мы можем понимать, что находится в нашем пакете. Крупа гречневая, 3-й сорт, ДСТУ 45-24. Цена 6 гривен за килограмм. Недорогая. Недорогая. Но что может таить в себе пакет с такой гречкой, мы узнаем немного попозже, когда вернемся к результатам наших экспериментов. Кстати, о тестах и экспериментах. Татьяна, видимо, стоя рядом с Владимиром, тоже очень быстро поработала и смогла перебрать всю гречку. Конечно. Танечка, а что вы нашли там, спасибо, кроме гречки? Еще какие-то непонятные семена, ну, похоже вроде бы как на овес. И что-то мелкое, мне кажется, что это сечка. Угу. И полно каких-то сереньких, мне кажется, что это камушки. Гранит. Может быть и гранит, вообще, не знаю. Вообще, хотелось бы вам из этого кашу сварить? О, нет, я еще смотрю, сравнивая с Владимиром, у меня что-то намного побольше примесей разных. Ага, то есть, видите, уже сейчас вот уже понятно, что гречки различаются. Как у вас обстоят дела? Да, отлично. И Марина, и Светлана тоже закончили. Будем сравнивать? Давайте, конечно. Спасибо вам большое. А я сейчас возьму результаты наших экспериментов и проведу контрольное взвешивание и узнаем, сколько примесей было в каком пакете гречки и почему же все-таки эта примесь там присутствовала. А я тебе помогу. Давай. Начнем с Владимира и его пакета. Напоминаю, у нас весила мисочка 445 граммов. Да. 491 грамм вместе с гречкой минус 445 – это 46 граммов каких-то непонятных примесей. Что же кроется здесь? Крупа первого сорта. По ГОСТу в этой крупе может содержаться 4% различных примесей. То есть в данном случае примерно 40 граммов. Да. В нашей гречке 46 граммов, то есть примерно мы вписываемся в нормы. Мы должны понимать, что гречка первого сорта может содержать в себе 4% различных примесей. Какие же примеси, какой мусор находится в гречке первого сорта? Это могут быть семена овса, это может быть семена пшеницы. И это ГОСТ тоже предусматривает, да? Никаких остатков насекомых или камешков? Нет, никаких остатков здесь присутствовать не должно, иначе это будет гречка уже не первого сорта. Ну, представляете, гречка первого сорта вроде бы хорошая и, между прочим, не дешевая, но если мы не будем ее перебирать, то получается, что вместе с гречневой кашей мы будем съедать вот такое количество посторонних примесей. Это гречка, которую Марина перебирала. Вес 521 грамм, это 76 граммов. Это у нас была крупа гречневая второго сорта. 5,5% может у нас входить в эту гречку по ДСТУ. Попалась гречка. Значит, гречка была уже не второго сорта, а между вторым и третьим. Здесь могло быть не больше 55. 55 граммов, то есть 5,5%. Это на килограмм. А у нас 76, это значит, что превышение почти в полтора раза. Да. Какие примеси там? Те же самые. Ну а теперь пришла очередь гречки, которую перебирала Татьяна. Взвешивание показало 529 граммов. Минус 445. 84 грамма. Что же у нас было в этой упаковке? Гречка третьего сорта. Гречка третьего сорта по ДСТУ может содержать 8% различных примесей. 80 граммов. Примерно вписались по норме. Что здесь мы видим? То же самое, что было в первом сорте, так, но плюс различные камни, различный мусор, очень много сечки, ну и какой-то непонятной пыли, даже семечки. Поразительно, что это соответствует стандартам. Это называется минеральные примеси, то есть они могут входить в состав вот такой некачественной гречки.
И у нас остался последний вариант. Это была гречка, которая была просто расфасована на вес. И ее перебирала Светлана. 541 грамм. Практически. Ого. 10%. 55 и 41. 96. 96 граммов примеси на килограмм гречки. Почти 10%. Довольно-таки много. А сколько по ГОСТу для этого сорта гречки? Самое главное, что мы не знаем, что это был за сорт. Вот именно. Это была гречка в обычном пакете. И это просто может недобросовестный производитель туда домешивать все, что угодно. В этой гречке есть те же примеси, которые находились у нас во втором и третьем варианте. Но есть еще кое-что интересное. Посмотри, пожалуйста, как ты думаешь, что это? Следующая опасность, которую в себе может таить некачественная фальсифицированная гречка, это, внимание, я думаю, всем будет интересно, что это. Оп! Мышь! Живую мышь принес. Посмотри, пожалуйста, как ты думаешь, что это? Так. Ну вот, то, что ты говорил, сечка. Так. Камешки тут есть. Какие-то другие виды крупы, семена. Фу! Да. Мышиная какашка. Вот ты она. Взял в руку мышиную какашку? Ну, чего не сделаешь ради чистоты эксперимента. Да. По ГОСТу ведь недопустимо, чтобы в гречку попадали экскременты животных. Нет, нарушение. Это явное нарушение. Мы не знаем, как эта гречка хранилась, как она транспортировалась и вообще, что это был за производитель, за поставщик. Можно одно сказать, что эта гречка хранилась в антисанитарных условиях, да. Непонятно сколько времени. И если мы принюхаемся, то эта гречка будет неприятно пахнуть. Не сомневаюсь. И хотя, Андрей, ты принес очень милую мышь, но представить, что живые мыши ползают по гречке и оставляют там следы своей жизнедеятельности, это не только очень неприятно. Это наверняка может стать причиной серьезных заболеваний. Это различные отравления, в первую очередь. Но, чтобы ты так не переживала, это, конечно, сделала не эта мышка. Просто мы взяли добрую мышку, которая пригласили такими в гости. Делами не занимается. Это делают недобросовестные мыши, такие же, как недобросовестные продавцы этой гречки. Мышка может бегать в антисанитарных условиях, прогрызать мышки, залезать, обедать, завтракать, ужинать там, ну и, соответственно, оставлять свои оставлять следы. О себе историю. Мне кажется, даже если убрать мышиные экскременты из гречки, все равно она останется опасной. Опасной, да. Зараженной. Мыши, крысы – это переносчики очень тяжелых болезней. Для того, чтобы избежать покупки гречки, в которой могут находиться вот эти действительно гадости, нужно просто внимательно следить за тем, что покупаешь. И желательно не покупать гречку на развес. На упаковке, которой не написана никакая маркировка, не стоит дата, не стоит производитель, лучше обходить эту гречку стороной. Покупаем гречку, которая находится в нормальных пакетах, с маркировкой, с производителем, со сроками годности. Но, конечно, иногда и в таких расфасованных мешочках могут также находиться такие неприятные сюрпризы. То есть следует внимательно просто перебирать эту гречку, придя домой. И я теперь уже с ужасом и ожиданием смотрю на третий черный ящик, потому что понимаю, что там таится еще одна опасность, связанная с гречкой. С гречкой, да. Что это? Ты знаешь, Надя, по ДСТУ предусмотрено, что гречка может быть заражена. Внимание, раз, два, три. Да такое. Это увеличенный макет клеща. То есть вот такими мелкими клещами может быть заражена гречка. Давай для тех, кто только сейчас увидел вот эту вот гадость и думает, неужели это может жить в гречке? Во сколько раз на самом деле мельче клещ, который живет в гречке? Ну, он будет в десятки раз мельче, чем сама крупинка гречки. Подожди, тогда его и не увидишь сразу? Его и не увидишь, но его можно почувствовать. Если мы берем гречку и чувствуем медовый запах, это свидетельствует о том, что в этой гречке проживают вот такие вот клещи. И запах – это продукт их жизнедеятельности, то есть происходит ферментация продукта, и, соответственно, он начинает пахнуть медом. Какой хитрый, еще и маскируется. Такие риски заражения гречки клещом есть только в третьем сорте. То есть прежде чем покупаем гречку третьего сорта, следует ее тщательно понюхать. Наличие вот этого клеща в гречке, помимо медового запаха, какие опасности таит? Интоксикация и отравление. Ну, конечно, живые организмы в гречке. Фу, какая гадость. Вредители крупяных запасов, поедая вашу гречку, загрязняют ее экскрементами. Наполняют этот продукт токсическими свойствами. В такой крупе понижается содержание белка, полезных элементов. Она наполняется мочевой кислотой. Попадая в организм человека, она уменьшает количество эритроцитов в крови, повышает проницаемость сосудов. Падает иммунитет, и мы подвержены разного рода заболеваниям. Все-таки раз гречку третьего сорта продают, значит, кто-то ее покупает. Можно ли обезопасить себя от этих проблем при приобретении такой гречки? Есть несколько действенных способов.
Прежде чем мы собираемся варить гречку, можно ее замочить в холодной соленой воде на несколько часов, и, соответственно, гречка станет более безопасная. Второй метод. Можно гречку прокалить в духовке, соответственно, это убьет часть микроорганизмов, которые в ней появились. Третий метод. Можно эту гречку заморозить, она станет более безопасная. И последний метод. Это можно добавить в гречку зубочки чеснока. Главное их не раздавливать. Это тоже убережет гречку от паразитов и опасностей. Мы убедились, что ты настоящий знаток в гречневом вопросе и наверняка умеешь вкусно готовить гречку. Я сталкивалась не раз с крупой, которую варишь, и она вот как-то быстро разваривается и получается неоднородная, как результат невкусная гречневая каша. Да, есть разные виды гречек. Если гречка очень быстро разваривается, есть простой способ. Эту гречку варить вообще не нужно. Заливаем ее горячей водой. Желательно взять кастрюлю, у которой толстые стенки. Воды примерно должно быть на 2 пальца больше, чем самой гречки, чтобы эта вода в эту гречку впиталась. Укутываем ее. На утро гречка у нас готова. То есть желательно готовить такой продукт с вечера. Конечно, при условии, если вы купили безопасную гречку. Так и делайте. Спасибо тебе, Андрей. Пожалуйста.